Сегодня я покажу, как изменить голос в программе Sony Vegas Pro 12. Сперва ставим видео в эту дырочку, потом кликаем правой кнопкой мыши и выбираем свойства. Потом выбираем метод, выбираем эластичный. Потом здесь у нас будет все нули, и мы здесь можем изменить. Вот смотрим, напишем 7. Нажимаем на ОК. Сейчас воспроизвести. Снова нажимаем на свойства, и здесь мы можем поставить минус. Вот этот южный край освещает. Есть на северном Кавказе. Теперь сохраняем.